Кто едет? Нет, подписан на канал. Чё пишешь? Чё везёшь? Ладно. Всем привет. Это опять у меня смешная вырезка в начале видео. Я тут кое-что открыл. Вчера поиграл вечером. Спасибо, кстати, за 16 подписчиков. Я не думал, что так быстро наберу 16 подписчиков. С 11 подписчиков на 16 перейду. А именно, что я открыл? Примычки. Я теперь могу водителей проверять на алкоголь. Еще я вчера этого бонуса получил 2. Сейчас я хочу... Ну-ка, эту... Нет, нельзя ее еще открыть. Сейчас я хочу купить Мерседес за рекламу. Точнее, взять за рекламу его. Так что, сейчас. Все, открыли эту машину. Я на ней вчера покатался тоже за рекламу. Да погоди. Короче, она крутая. Я еще мотоцикл новый купил недавно. Ой, тебе автомобиль. Мне он больше нравится. Я еще открыл вот эту карту город. На эту зимнюю мне не хватает еще. Скорее всего. Вот эта вот мне карта больше нравится. Стоять, проверить на алкоголь. Отпустить. Видно, пьяный был. Проверить. Отпустить. Все уже привычно. Че, уже третью серию записываем. Опа, новое звание. Проверить документы, проверить на алкоголь. Отпустить. Не, ну блин, все, мастер. Мафия на газели. Так. Пим. Нарушений нет. Жаль, людей нельзя останавливать. Отправиться в погоню. Давайте из кабины. Хотя нет. Не, ну летим. Я что-то, кстати, не видел, чтобы на Мерседесах, конечно, полиция ездила. Стоять! Ужас. Как будто на тормозах еду. На тебе! Все! Все тебе, кранты! Опа-па! Опа! Написать брат. Опа, мафия на зеле, может быть. Ну, мафия. Оркус! Хорошо, все. Надеюсь, бонус получится в нашей серии. Что-то пока что нет нарушений. Синий ларгус, ларгузин. Извините, показал рекламу. Просто не думал, что она сейчас будет. Сейчас отключил интернет, ее по идее не должно быть. Ну, пока что все хорошо. Без нарушений. Вот это, походу, новый более-менее, а там старый. Как в криминалке. Опа-па! Шаха! Водитель оранжевой шестерки. Остановить машину, иначе будем стрелять в колеса. А что, прикол? Едем! Летим! Пау! Водитель, шахи, остановите машину! Стоять! Все! Догнали! Проверить документ, проверить на алкоголь. Алкоголики на газеликах.
Видать, незаконно везут алкоголики, блин. О, гонят там, гонят. Кто быстрее? Стоит мафия! Мафиози! Водитель 99-ки, остановите машину. Будем стрелять по колесам. Водитель, немедленно остановить машину. Водитель! Опа! Зилок, молодец, помог. Все, стоять! Стоять, 99-ка! Мафиози, стоять! Водитель 99-ки, блип! Ну, водитель, останови! Машину уже раздолбал свою. Точнее, не мою. О, бонус сейчас. Все, у нас теперь куча бабок. У нас куча бабок, блин. Так что не надо нам отправиться в погоню. Водитель белой и бортовой газели. Остановить машину. За вами едет... Младший капитан. Вроде бы позвонил. Ну, я младший капитан, если я не ошибаюсь по погонам. Отправьте. Хотя я сейчас посмотрю, кто я по погонам. Когда погоньку? Сейчас посмотрим. Так, стоять. Перевозка разрешена. Нарушаем. Ладно. Ну-ка, давайте посмотрим, кто я по званию. Да. Лейтенант. Почему не младший? Если младший капитан. Младший лейтенант. Лейтенант и старший лейтенант. Что за фи-пы? Ладно, давайте на моцике. Ну-ка, на эту хватает. Не. А на машину новенькую. Не хватает на эту. А на Ладу Приору. Yes! Это Лада Приора! Не с этого мотора. Да, ладно, сейчас на Ладе Приоре поездим. Давайте ночью. А то мы ночью ни разу не работали. Опа-па! Вот надо оранжевых останавливать. Блин, извините, опять рекламка вылезла. Постоянно одна и та же реклама. Хотя я интернет тоже отключил. Вон, без интернета я. Странно как-то. Мафиози. Водитель. Или зеленые двенашки. Остановить машину. Не едет, пердит. Да. Выкал. Мафиозники прикрывают ведь своего. Своего прикрывают, блин. Мафиози. Все, там замес полный машин. Стоять. На тонировочке. Стоять. Проверить документы. Нарушаем. Ну, где хоть одна машина? Так, не мафиозник. Не мафиозник. Да чё вся... Чё все... И на выходных... До этого нарушать. ЗИЛ. Водитель ЗИЛа нарушает. Ты чё у нас нарушаешь? Дед какой-то, походу, за рулем. Кстати, странно, летом, но в зимней форме. Как-то странно.
так продолжить. Догони ты уже! Водитель белой копейки, остановить машину, иначе будем стрелять по колесам. Ра-бам! На тебе, на тебе! На тебе! Все, зажимаем, зажимаем, зажимаем его. Ну, наконец-то, как нормальная полиция. КамАЗ! Да как можно... КамАЗ кряхтящий. Как давно... Это, конечно, у тебя машина больше. Но я знаю то, что она у тебя медленнее. На тебе, зажал! Не того зажал. Стоите! Ты где? Все, скин. Все. Опа, падина. Это у нас десятка. Опа, па, старший лейтенант. Мне попалось звание. Водитель белого истребителя КамАЗа. АК. Остановить машину, будем стрелять по колесам. На тебе! На, в бочину! Стоять! Да не уважаете, блин, старшего лейтенанта на дорогах. Надо его было остановить, он бы по-любому не остановился. Пим. Дед, походу, на москвиче лежит. Хотя это не москвич, наверное. Вот мафия на газельке. Водитель зеленой бортовой газели. Остановите машину, будем стрелять по колесам. Ой, нет! Истребитель КамАЗа влетающий! Пауч! Все, стоять уже! Поздно, я сквозь него проехал уже. Дед, дура! Спят за рулем. Не могут полицию пропустить. Это что было? Он сквозь асфальт провалился. Там яма была, походу. Это специально для меня там яму вырыли, чтобы я быстрее остановилась. Стоять-ка. Это не ты случайно там гнал? Ты, походу, ты. Стоять. Это твой брат. Уже проверка документов прошла неуспешно. Давай, газелька, не стесняйся. Так. Так. Проверь. Блин, можно обвинить случайно. Правильно. Все хорошо, едьте. Я сегодня буду добрым, пожалуй. Так. Зил, вот тебе-то надо приколоться. Ладно, по штрафу, что меня не понизили. Так, мафиози. Чё вы все штрафуете? Ага, мафиозки. Ладно, Ларгус. Так, мафиози едут. Давайте зеленые машины останавливать и оранжевые. Желтая. Оранжевый у вас. Во. Я ведь сказал, надо их останавливать. Не те. Надо оранжевые и зеленые. Зеленые это мафия, а оранжевые они просто нарушают. Вот красная нарушила. Газельки надо еще больше останавливать. Так, перевозка разрешена? Нет, походу. Оранжевая, стоять, я сказал! Водитель синий и лады. Гранты. Остановить машину, иначе будем, блин, стрелять по колесам. В микрофон уже говорю. Мафиози прикрывают.
стоять, блин. Все, стоять. Все. Вам тут карантин. Документы не отпустить, блин. Мафиози, мафиози. Ладно. Мафиозник! Стоять, мафия! Так, водитель газели. По-любому таксист. Раз зеленая газель. Мафиозник. Я так и думал, хорошо. Ну что вовремя остановил. Блин, не успел. Не успел. Не успел. Да где? Че мафиозников так мало? Я че, всех мафиозников поймал, что ли? Стоять, мафиозник. Ну, где хоть один? Он задним ходом ехал. Что за фигня? Что за фигня? Я это слово сказал, но он, наверное, не Я уже капитан! Ладно. Давайте теперь на моцике. Сколько там видео-то длится? Можно еще. А что, сменить форму какую можно поставить? Нет, такую нельзя. Ну, давайте тогда летнюю, раз мы на летней карте. Это как-то странно. Не хватает, блин. Блин, тут тоже не хватает. И тут тоже. Ладно, на дорогу. Мотоцикл, стрелки. Тут я на этой вот карте. О, летом. Нормально. Междугородние перевозки, походу. О, мафиози, мафиозники. Надо, если бы знал, то что мафиози будут. Кто бы взял автомобиль бы? Ладно, уж как... Что взял, то взял. Стоять! Нарушаем. Водить. А, тут ведь нету микрофона. Ограничение скорости 100, но нам это не помеха. Стоять! По встречке или чё? На те, на... Дрын-дрын-дрын. Мы в полете выписываем штраф. Ну-ка. Междугородние перевозки запрещены. Все ясно. Ладно, чё уж тут. До 27 минут. До 21 минуты подожду. Пим-пим-пим. Ну-ка, стоять. Чё там по времени-то? Уже 19 минут снимаем. Нам совсем немного осталось. Отправиться в погонку. Ладно, летим.
пердит он. Фух. Оумен. Кто придумал, блин, этот мотопатруль? Ладно, стоять. Стоять, газелист. В погоньку сейчас на 22 минуты, наверное. Хотя, наверное, хватит 21 минуты. Ну чё, гони. Ран-ран-ран-ран. Надо было машину брать всё-таки. Всё-таки машина нужна. Ладно уж, чё тут? Ладно, что-то мы давно на алкоголь не проверяли. Стоять. Ну-ка, что там? Ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Продолжаем топить. И знаете, я могу прийти вам к ночью. За то, что вы не подписались на мой канал. И арестовать вас. И садить на вас пожизненно. Так что, если не хотите, чтобы я так делал, то поставьте лайк. И подпишитесь на мой канал. А еще подпишитесь на мой инстаграм. Не подписывайтесь на этот канал «Военные игры Костя». Он не мой. Точнее, он мой. Но он как бы не мой. Так что не попадайся на него. Подписывайтесь на Первый парк. Подписывайтесь на канал «Тюменский транспорт». Если я не ошибаюсь, он так называется. Подписывайтесь на его инстаграм еще. В инстаграме это тоже есть тюменский транспорт. Так что всем пока. Стоять, кто едет? Стоять есть не на алкоголе. Блин, нужно обвинить, нажал. Ну да ладно. Да-да-да-да. 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 Да.